Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Попов Сергей. Я частно практикующий врач-стоматолог, город Москва. Хотел сказать, что я очень рад, что за последние годы в нашей стране тронулся лед, и многие клиницисты осознали, что сохранение своих зубов – это приоритет. Да, дентальная имплантация, безусловно, это достаточно хорошая методика, но то, что в последние годы стали развиваться зубосохраняющие манипуляции, такие как апикальная хирургия, постоянно растет интерес к этим методикам, и в частности аутотрансплантация. Сегодняшний курс был посвящен именно методике пересадки своих зубов, использования максимально собственных ресурсов организма. Я в своей практике использую эту методику уже несколько лет после посещения сенсея Цукебоши Москвы. Собственно говоря, у меня были вопросы определенные, которые в ходе курса я получил ответы полные. Хочу поздравить клинику «Айсберг» Руслана Новомирского с проведением хорошего, блестящего, достойного курса. Большое спасибо за организацию, все было на высоком уровне. Собственно говоря, сегодняшнее мероприятие вдохновило меня и стало определенным толчком для того, чтобы я достаточно более широко использовал данную методику в своей практике.